Стальной хват России. Привет всем подписчикам на канале YouTube. Привет. Значит, это в качестве заминки. Олег, да, попросил замяться, потому что сломанные 4 серьезных стержня. Gold 7 дюймов, нержавейка 7 дюймов. Это девятка, это 9,5. 9 миллиметров 150, сталь 45. И по плоскости 215 сломан. ЖХ там на скорость. И вот, Александр Иванович Холстов, вот вам привет. Вот тот пруток, который вы сказали, не ломаем мировым сообществом бендеров. Ну, сейчас попробуем, что не ломается мировым сообществом. Сейчас покажем, что это десятка. Покажу, что это десятка. Это ты нам привез. 10. Ну, или я сейчас еще раз покажу. Значит, мы обточили. Вот. Ну, вот Олег посмотрит. От мирового сообщества бендеров покажет возможности. Если паца вставка. Да, потому что паца у нас даже с другого материала. Будешь ломать на тройке. Да поменьше даже. Но. А, это хорошо, кстати. Забыл. Еще давай. Да хорош. Тут ты кинканешь ее. Я уже, походу, кинканул ее. Хорош. Ай, блин. Ну и все. Значит, десятка. Ну, вроде как жесткая. Жесткая сталь. Скорее всего, конечно, 3. Давай. Ломается, не ломается. Сейчас увидим. Ломается. Неломаемая штука, да? Александр Иванович, привет вам. Еще одну движуху. Вот так вот. Раз и все. Вот так вот. Невозможный пруток. Ну все, тут самое интересное. Дальше начинается. Ну да. Давай, третья движуху, глубочко. Задвинуть бы. По одной стороне тогда. Эту не двигай, которая не залезает. Давай, глубоко. Вот такая заминка. Пробуем. Да. Ух ты, как все-таки неровненько. Ну что, 9,5. Давай атаковать. 9,5, давай атаковать. Вот и рифма родилась. Ну зато чопа у тебя, ты смотри, какие противоударные. Давай, Олег Викторович. Вот такая жесткая десятка. Раньше, ну вот когда начинали мы с Анатольевичем ломать, жесткая десятка на 180, есть даже комментарии мои, когда он там ломал в 3 частях. Я считал, что это уникальный результат. Вот смотрите, как Олежка пятым прутком ломает целый день, что делает с жесткой десяткой. Вот смотрите, пролом. Вот так. Это жесткая. Почему я вам говорю жесткая? Потому что, во-первых, у мяткой десятки вот здесь начинает сыпаться, обсыпается. Да и она как бы по цвету видна, что достаточно серьезная штука. Ну и дугу вы видите. Ну как бы, кто в ломе, ребята все это понимают.
что это не мягкая сталь 3. Ну вот так вот. Саша Фаустов. Фильм тебе специально. От стального хвата. Ну ладно, ладно, пощади. Пощади ее. И себя. И себя. Покажи мне, как. Вот так, видишь. Параллель. Да. Параллель. Для профессионалов параллель говорит, что это... Параллель. Почти 4. 4 см. Вот такая десяточка. Покажи еще диаметр еще раз. Саш, вот то, что ты привозил. И вроде думал, что это какой-то страшный материал. Нули. Нули. Ну, возьмем все стержни в руки. Вот так, ребят. 5 дел наломал. 5 сломанных прутков за субботний уикенд от Олега Бигбиг Кускова. Всем здоровья, побед. Занимайтесь спортом.